очень приятно, то, что нас встречают в Омске. Всегда так тепло, что все тренеры, все девочки приходят, нас поддерживают. То, что я чувствую после чемпионата мира, если честно, еще пока не верится, что стала чемпионкой мира, так как я была вообще на чемпионате мира первый раз. Маша уже в прошлом году выступала там. Ну, конечно, очень счастлива, то, что все так сложилось. Тренеры сборной, когда мы разговариваем, они выражают благодарность, что из Омска приезжают девочки достаточно хорошо подготовленные, сильные, с которыми уже проще работать в сборной. Наши девочки вот выиграли самую главную медаль, олимпийскую, это медаль многоборья, которая дала им право уже нашей сборной участвовать на Олимпийских играх в Токио.